такого нет. Это эмоции. Ты чувствуешь себя ребенком в этот момент. И не знаю, как это. Эти эмоции не передать. Возможно, это лучший день в данный момент в моей жизни. Что будет дальше, я не знаю. Дай Бог еще таких побед. Но я просто благодарю всех, эту команду. Куликова, Шакуева, всех, кто приложил усилия и сделал эту команду. Просто, ну, мы сделали невозможное. Мы обыграли клуб, который в данный момент считается в Украине самым сильным. А теперь нет, теперь Донбасс. Донбасс самый сильный клуб в мире. Может, просто с основы выставляла бы, не прокатила схему? Ну да, возрастная команда и тяжелый сезон был, очень много игр. И я, если честно, рад вообще за донецкий хоккей, потому что тут уделяется, соответственно, должное внимание. А у нас просто бардак с финансированием, и поэтому вот накопилась за два года такая ситуация. Ну, хотя это тут ни при чем, но это, знаете, накапливалось это не за неделю, не за месяц, а вот за два года. Сереж, ну была информация. Если увеличить, то это вопрос не ко мне, а в общем-то я могу сказать, что по этому году, что с прошлого лета команду финансирует благотворительный фонд Бориса Колесникова. Вот это реально, что я могу сказать, а остальные по все вопросы, если кто-то будет еще из спонсоров, вам, конечно, лучше задать руководство.